кто-нибудь расскажет что-нибудь? Здравствуйте, меня зовут Олег Сергеевич Басаргин. Меня Иван Валентинович Баранов зовут. Иван? Ага, Иван Валентинович, приятно. Ведется аудиофиксация. Запись. В чем суть вопроса, я просто вообще не знаю. Меня зовут Олег Сергеевич Басаргин, я являюсь изобретателем и автором, и общественным деятелем. В рамках общественной деятельности своей в области изобретательства и науки действую в интересах Тверского государственного университета. Здесь и сейчас присутствую только по доброй воле в отношении Андрея Валерьевича, чтобы он смог разобраться в определенном вопросе. Андрей Валерьевич о вашем существовании узнал совершенно недавно. Кто? Андрей Валерьевич. Андрей Валерьевич меня давно знает. Давно знает? Очень хорошо. Ну, вопрос возник. Собственно, у вас вопрос какой-то? Нет, вы мне расскажите, в чем суть вашего обращения. У меня? Нет, у меня нет обращений. Я пришел с Андреем Валерьевичем. Вот, то есть, у меня вопросов юридических вообще нет. То есть, я не нуждаюсь ни в доказательствах, ничего. Вот. А у людей есть вопросы. Вопрос следующий. Дело в том, что Олег Сергеевич один из авторов изобретений. Изобретений этих было запатентовано два с участием университета. Это значит, устройство для изготовления витых изделий. И второе – это автономный солнечный опреснитель морской воды. Значит, это 17 или 18 год приоритета. Среди заявителей университета один из девяти. И когда я пришел работать, я вообще не знал, что существует такой патент, в котором участвует университет. Потому что никакой документации по этому поводу не было. Но потом я разобрался, что и переписка-то велась совсем другим человеком с другого адреса. А в марте месяце Олег Сергеевич пришел на прием к ректору, значит, следующим вопросом. Восстановить действие патента, которое было прервано в связи с неуплатой патентной пошлины. И второй вопрос, ну, он, так сказать, встает после него, это коммерциализация. Ректор вызвала Андрея Валерьевича и поручила разобраться в этом вопросе. И там на этом я тоже там присутствовал. Я внимательно почитал регламент административный Роспатента по поводу восстановления срока восстановления исключительных прав по патенту. И там написано, он 16-м, что восстановить вот, в результате пропуска патент, срок по патенту, патентной пошлины, можно только при условии согласия всех заявителей. Ну, на всякий пожарный, потому что я уже как-то некоторое время был у меня в пропуске, я занимался изобретательством, но не как руководитель, а сам. Я уточнил в Роспатенте. Был звонок, и там совершенно четко подтвердили, что да, в этом технологическом, то есть административном регламенте указано все, все верно. При условии всех заявителей. Значит, мы всем заявителям направили письма по адресам, которые предоставил Олег Сергеевич, потому что у нас никакой переписки нет, ничего. А затем по настоянию, не сразу, но по настоянию опять Олега Сергеевича, мы сообщили ВКонтакте, ну, чтобы побыстрее, а то письма когда дойдут, не дойдут, там, бог его знает, то же самое. Теперь, значит, Олег Сергеевич недоволен следующим. Он считает, что вот этот пункт административного регламента Роспатента, который, кстати, утвержден приказом Минэкономразвития, зарегистрирован в Минюсте.
России, что он неправомерный и незаконный. И, следовательно, мы не обязаны ждать, когда все выразят согласие, а мы должны туда послать госпатентное ходатайство и заплатить патентную пошлину. Как за себя, так и за других правообладателей. Я с этим не согласен. А можно уточнить? Вот, говорили, 17-18 год, он тогда был зарегистрирован, да, как патент? Там была зарегистрирована заявка и была. Патент, да. То есть он был зарегистрирован? Один патент... А есть конкурс? Патенты есть. Конечно. Патенты там есть. Патент есть. Да. Я просто уточню. Да, патенты есть. Вот, посмотрите, это патент автономной солнечно-опреснительной морской воды. Вот эта заявка. Дата начала действия патента 20.01.17. Второй патент устройств на изготовление литых изделий, заявка 16 года и дата начала срока действия патента 20.06.16. Университет один из заявителей, но авторов наших здесь нет. Это посторонние люди. И вообще, как мы оказались в числе заявителей, ну, я еще раз говорю, я работаю недавно, у меня такой информации нет. А изначально вы можете рассказать, как вообще вот создавался продукт? То есть было соглашение, откуда вот, если... Смотрите, Иван Валентинович, я понимаю, что у вас очень много вопросов, и эти вопросы возникают там с подачи Александра Габдуловича. Да, нет, вот. Но эти вопросы, чтобы мне понять, самому, вообще эти вопросы, я могу помочь. Они должны быть адресованы Белоцерковскому, который подписывал доверенность об участии. Все. То есть я эту тему затрагивать не буду без него. Это его ответственность, там, как мы там с ним договаривались, это уже как бы он отвечает. Наш вопрос, он заключается в том, что существует приказ. Вот, Александр Габдулович позвонил в ФИПС, вот, и ему там сказали, а вот надо вот такие-то правила. Вот. А вот есть такой-то приказ там, Минэкономразвития о регламенте. Вот. Но этот приказ никакого отношения к Александру Габдуловичу не имеет. Он относится от Минэкономразвития к ФИПСу. Все, это приказ в адрес ФИПСа. Александр Габдулович обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации. А законодательство Российской Федерации имеет две статьи 14.2.0 – это восстановление патента вот, и правоприменение этой статьи на основе 12.29 – исключительное право. А исключительное право восстанавливается самостоятельно, независимо от других участников. То есть Александр Габдулович обязан. Вот мы, как частные лица, вправе. А он обязан, в силу того, что он должен сохранять государственную собственность, рационально его использовать и так далее, направить ходатайство в адрес ФИПС о восстановлении патента. Если там эксперт по формальной экспертизе скажет, ага, вам надо участников, всех участников, тогда возникнет вопрос юридической коллизии, и его надо будет решать. Ну, на тот момент. Можно обжаловать, отказ, если это. Ну да, и так далее. Да, если там можно. Понятно, конечно. Но может и не возникнуть. Может. Вот. Если он правильно напишет ходатайство. То есть основываясь на чем он просит восстановить. Все, вот этот вопрос. То есть Александр Габдулович, как специалист высокого уровня, управляющий интеллектуальной собственностью уважаемого университета, обязан осмысливать. Иметь способность осмысливать того, что есть законодательные нормы и их правоприменение. Приоритет в правоприменении. Что применяется? Приказ или закон, или кодекс. То есть он до ходатайства, до написания ходатайства должен как бы прийти к этому выводу. Вот. А вот мы будем благодарны, если Александр Габдулович. То есть, еще раз, да, я все-таки понял. То есть, срок его действия, он истек? Значит, смотрите, там есть такие чудеса. То есть, в чем там проблема? Первое, срок действия патента исчисляется в 20 лет в Российской Федерации. Да, 20 лет. Но есть
два случая, когда утрачивается. Это первый по добровольному заявлению правообладателя, и второй в связи с неуплатой, несвоевременной уплатой государственной пошлины за поддержание патента. Вот здесь именно второй случай. То есть государственная пошлина не была не оплачивалась. Правообладателем ее МСИМО в университете. В частности, университетом. Дело в том, что наша там одна 11-я часть. Ну, понятно. А все остальное там есть юридические лица, которые некоторые уже даже почили. А большинство там в основном это физические лица. Вот. И вот это ходатайство, оно строго установленной формы. Это форма, туда только записываешь это и все. И это ходатайство посылается туда и одновременно оплачивается пошлина, причем там она рассчитывается определенным образом и за все там прошедшие, ну, пропущенные, будем так говорить, года. А изначально университет платил пошлину? Нет. Да. У меня таких данных не нашел. Ну, я вас вам то есть можно уточнить. Да. Ну, если это платил официальный университет, через бухгалтера можем получить этот документ. А давайте посмотрим. Да, совершенно верно. То есть у нас было... Договоренность. Я прошу, в каком году не оплачено? В 19-м, да, получается? Там несколько лет. Там несколько лет, там сумма уже... Не, ну, должны были заплатить-то, да? В 19-м году, там, 17-й, 18-й действовал, да? Да. Или вообще пошлина изначально не платила? Нет, первоначальная пошлина была уплачена. Изначально, за регистрацию. И все, и все, и больше нет. А поддержательно уже не платили? Да, поддержать уже нет. Понятно. Так, то есть... У меня остается следующий вопрос. Что первое. У меня на руках, ну, нет ни переписки, ничего. Я ничего не нашел, ни одной бумажки, ни одного документа по этому вопросу. В делах. Второе, что вот Алексей Сергеевич говорит о том, что существует какой-то документ, который подписал Берсерковский, и на основании этого мы стали заявить. Заявку подписал, наверное, да, университет, правильно? Я и этих документов не имею, у меня их нет. Вот. И второе, имеет ли право бухгалтерия нашего Тверского государственного университета платить пошлину за других правообладателей? То здесь вопрос-то не в этом. Я думаю, здесь вот если Алексей Сергеевич, я не знаю, вы-то как-то официально обращались в университет, как один из обладателей, да? Вот. Письмо какое-то было от вас? Я просто не видел документов. Я объясню общую картину. Что началось? Вообще общая картина. Вот. Общую картину я ввязался в общественное дело против Минэкономразвития Российской Федерации. В области государственно-частного партнерства. Все это основывается на результатах интеллектуальной деятельности, патент. Вот. Там много патентов. В частности, и патент университета. И когда мы в ходе разбирательства подняли их, а они, оказывается, имеют возможность постановления. То есть 3 года еще не прошло. Вот. Получается, что мы можем предотвратить преступление растраты. Вот. И в рамках акта предотвращения преступления. Вот. Я обращаюсь к ректору Тверского государственного университета. Это вы когда обратились, например? Ну, совершенно недавно. Вот. И попросил о том, чтобы вы восстановите, просто напишите ходатайство, восстановите. Вот. И как бы начнем там вопрос поднимать о внедрении, потому что он это экспериментальный объект, он был создан первый или второй или оба. Вот. Он был создан в ходу эксперимента по созданию модели частно-государственного партнерства. То есть это ГЧП, понимаю. Нет. Вот здесь как раз и коллизия происходит. Это не ГЧП. Не ГЧП. Это ЧГП. А, понятно. Нет такой формы. Понятно, такой формы. Да. Ну, закона нет. А вообще, как бы, гражданская форма есть, она основана на гражданском законодательстве. Вот, на 4-й части. Ну и, собственно, от университета надо только восстановить эти патенты. Все, написать какие-то тесты восстановления. И заплатить пошлины. Почему? Потому что у нас были такие договоренности с Белоцерковским, да и условия эксперимента, оно соответственно. Мной это все описано.
То есть люди в курсе этого всего. Вот. И когда Александр Габдулович занимает позицию того, что а мы не будем это делать, а мы будем делать вот так вот, вот. И он знает эту ситуацию, то есть я же ему объяснил, в курс поставил, значит, это уже не только халатность, вот, это преступная халатность. То есть это уголовно наказуемое деяние. В рамках того разбирательства, которое мы ведем со Следственным комитетом в отношении Минэконом развития Российской Федерации. Понятно, хорошо. Ну, еще раз, давайте вот чисто юридически. То есть вы в университет в марте обратились, да, с каким-то там обращением, да? Вы на него ответ получили от университета? Ну, письменный. Не вот так, что вот мы сидим там десятый раз обсуждаем, а письменно. Опосредованный. Ну, он письменный. Нет, был, не получил. Да, установленный срок завтра, там, месяц или. То есть вам письменно направили. Я чтобы понять. То есть, вот смотрите, я. Да. Я то есть позиция университета какая-то. Я обратился 11-го. Угу. Я обратился 11-го числа. Угу. Вот. Мне Андрей Валерьевич ответил на мое обращение 19-го числа. Угу. А 19-го было? То есть, да, 19-го было. То есть формально, как бы, этот вопрос он открыт. То есть, ну, происходит, есть нарушение по ПК. То есть нет ответа. Есть ответ от 19 на 19-е обращение. Ну, я же никуда не пришел. Не, чтобы понять просто, я же еще раз говорю, я не занимался под этим вопросом. То есть ответ какой-то от университета вам был дан. Был какой-то. Какой-то был, по сути, был дан. Хорошо. Не по сути. Не по сути. Да. Вы считаете, что не по сути? Я считаю, что не по сути, конечно. Ну, то есть вы, в принципе, остаетесь вот на вашей идее изначально. Так да, а какая идея? Это, надо делать, это да? Гражданская позиция, и это все, ну, в интересах университета. То есть я не являюсь предпринимателем, у меня нет намерения извлечения какой-либо прибыли и присвоения там, ну, какой-то выгоды. Вот. То есть это моя общественная деятельность в области изобретательства, популяризации изобретательства и науки. Да, конечно. А почему вы столько времени не ждали и только в марте обратились? Ну, вы знаете, я могу так сказать, у нас очень много изобретателей. Изобретение, я очень многими вещами занимаюсь. В частности, у меня есть фундаментальный исследовательский труд, в который, собственно, я погружен. Это область семантики, генетических элементов, генетического кода. Вот. А у нас вот этот вот этот эксперимент, он направлен на то, чтобы люди имели возможность получать независимый пассивный доход. То есть мы помните, в Советском Союзе были ведомственные поликлиники, детские сады, учреждения. Немножко настал Советский Союз. Вот то же самое. 50-го года вот рождения. Это та же самая модель, только рационализированная к современным условиям. То есть у нас есть высокая технология, любая. Вот. Мы эту высокую технологию моделируем производственный цикл, участников производственного и жизненного цикла. Вот. В частности, создаем сеть из них и включаем туда социальную нагрузку. То есть это детский дом, там... Ну, какие-то социальные учреждения и обычных людей. Этих людей потом мы группируем в миноритарии. То есть они как бы имеют там по 1%. Они не участвуют в оперативном управлении этого объекта. Ну, типа рента получается. Ну, конечно, да. Чтобы они имели возможность там творчество заниматься и прочее, прочее. Это может быть поощрительная мера там, для ветеранов труда, там, для где-то сидеть. Вот. Собственно, мной это все объяснено Александру Габдуловичу. Вот, но почему вот я не понимаю, почему он занял такую позицию. Я понимаю, что он авторитетный человек, он должен как бы свой авторитет держать, а здесь пришел какой-то там пацан. Можно я задам вопрос? Да, конечно. Вот такой абстрактный, допустим, да? А вот университет как один из правообладателей, да? Правообладатель. Да, допустим, ну, для себя принимает решение, что ему больше не интересно. Имеет право. Он же может такое право в принципе принять, да? Должен. В принципе, мы в целом обсуждаем вопрос, не повинно к этой ситуации. Да. В принципе, можем отказаться. То есть, например, вот один из со-создателей обращается к нам и говорит, давайте его там продлим или перерегистрируем и так далее. Мы, в принципе, можем отказаться? Можем. Ну, тогда я просто, чтобы не понять, то есть, если мы не заинтересованы, мы же можем дать ответ на то, что мы не заинтересованы или еще что-то, чтобы нам не мучить, как бы, ну, я объясню. Людей, да, дальше двигаться. Как-то. Ну, я объясню, вот смотрите, как бы у нас есть целый ряд правительственных рекомендаций, или там постановлений и прочее, прочее, о развитии инновационной деятельности. О развитии инновационной деятельности. В то же время существует пресноводный дефицит в Крыму.
Вот. Ну, не знаю, сейчас там вроде говорят, кто-то там уже ну, стал этим. Построено Бельбекское водохранилище. Нет, что они там, говорят, стали этим, делают там эти, как они назвали это их, господи, ну, бурят они. Скважины. Это дополнительное да, Бельбекское. Ага. Там а у вас опреснение, да? Там много туда, принимается мер, чтобы по... решить проблему. Понятно. Решить проблему, да. Вот. И пока она не решена. Mm-hmm. Я думаю, что она не будет решена. Это по мнению местных экспертов крымских, это не будет еще решено в течение там, ближайших 10 лет. Mm-hmm. Вот. То есть существуют такие проблемы. Вот. И в то же время существуют технологии Тверского государственного университета. Mm-hmm. Вот. То есть на фоне всего этого, Тверской государственный университет, он, конечно, может отказаться, сказать, что мне это не надо. Вот. Но я, как общественный деятель, я вам сейчас объясню. Ну, я понял. Скажу, я, во-первых, это решение оспорю. Вот. И причем оспорю. Вот. Ну и, соответственно, как бы тот, кто будет принимать это решение, он как бы, ну, будет иметь последствия. Я понимаю, о чем вы говорите, да. Решения. Скажите, а вот опять же, то есть не являясь специалистом вот именно в этой сфере, а если, допустим, один из отказывается, это препятствует другим как-то развивать его дальше? Абсолютно, да? Ну, вот я вам объясню. Вот смотрите, да? У нас в это... технологии можно, может быть, как-то ее модернизировать, там, по-другому назвать, я не знаете, знаю. Знаете, если вот, во-первых, вы не ответили на мой вопрос, почему так поздно пришли, но это бог с ним. Угу. Значит, смотрите. Если в отношении, вот сейчас мы разговаривали, объяснителя, в феврале текущего года Федеральный Уральский университет совместно с Северным технологическим университетом Ирака создали установку, это уже не просто чертежик, это установка по опреснению морской воды. Это по своей сути... Это тоже, она работает на энергии солнца, но там другой совсем принцип, там роторная установка, но я не вдаваюсь в подробности. И эта установка уже, значит, испытана в течение 4 месяцев. И... Мы радуемся за наших коллег, да, вопрос-то у нас не об этом. Нет, да? Я хочу сказать, да, что, понимаете, на сегодняшний день, как я считаю, со своей позиции, со своего объема знаний, что создано более... универсальная ну, система. Мы, опять же, лишенный мы не специалисты. Вот перед нами сидит специалист. Ну, мы не специалисты. Простите, у вас какое образование? И как автор? Да, я не специалист. И как автор я вам отвечу. Да, я просто пытаюсь понять. Какое у вас образование? Послушайте, у меня частное образование. Нет, ну какое? Я вам ответил. Гуманитарное, частное образование. Не частное, не бывает. Конвергентное частное образование. Такого не бывает. Ну, у вас не бывает, понимаете? А у меня бывает. Давайте мы не будем в детали вдаваться. То есть, смотрите, у меня вопрос-то какой еще раз, да? То есть, я его озвучил, и может быть ответ, да? То есть, допустим, еще раз говорю, пока, вот, допустим, я просто моделирую разные варианты. Вот, допустим, мы отказались, допустим. Мы говорим, нам не интересен. Например, вот патент, мы там считаем, что, может быть, там для нас он не получился, ну, или еще какие-то, неважно, науки всякое бывает, да? Я вот как ученый право в другой сфере понимаю, что я могу там даже условно от какой-то идеи своей отказаться, сказать, ну, вот я думаю теперь по-другому, да, там, условно. Это будет препятствовать как-то вам развивать, в принципе, эту идею? И, может быть, вам, наоборот, и нужен от нас отказ? Мы скажем, извините, нет. Вы скажете, да, окей, я пошел дальше. Вы знаете, я вам скажу, мне все равно, ну, как вы поступите. Вот у меня есть 2 сценария. Чтобы понимать. Один такой сценарий, а другой такой сценарий. Вот. Если Тверской государственный университет отказывается, то у меня он не то, что запускается, он уже запущен. То есть у нас пишется книга, у нас снимается кино вот, о том, как... ну, происходит имитация инноваций в Российской Федерации. В частности, в этот сценарий очень хорошо впишется Тверской государственный университет. Вот, вы знаете сейчас современные средства телекоммуникации и так далее. Вот. А, опять же, не Тверской государственный, а в лице конкретных людей, которые принимают решения. Ну, мы-то люди позитивные и говорим, ау, услышьте нас, услышьте нас. Мы как бы действуем в интересах Тверского государственного университета. Мы хотим, чтобы ну, таким образом создавать там небюджетный источник дохода для самого университета и так далее. Ну, это тоже все мной расписано. А еще какой возможность? Это вот первый вариант. А еще что возможно, чтобы просто понимать вообще, куда мы двигаемся? Если мы будем докладывать ректору. Двигаемся мы в модель частно-государственного партнерства. Вот, это когда любой изобретатель может по уставу
в частности, по уставу Тверского государственного университета, я не помню, там какие-то пункты, если, если надо будет, я их уточню. Я его знаю, я с ним работаю. Ну, тем более, то есть, как бы он может пожертвовать любую технологию. Да, конечно. Вот. То есть, вот в этом, в этом ключе мы и двигаемся. То есть, при внесении извне технологических решений, вот, чем формировать как бы, внебюджетные источники дохода, то есть, его капитализировать. То есть здесь проблема в том, что существует внутренний ресурс. Этот внутренний ресурс, он ограничен регламентом. Вот. То есть с ним ничего не сделать. То есть если даже хотели бы, вот, и даже если какие-то мысли есть, но как бы он регламентирован. А внешний источник, если его завести сюда, а мы готовы отдавать свои изобретения. Я являлся руководителем 4 наукоемких организаций за там, последние там, 10 лет. Вот, некоторые из них были закрыты. Ну, вы знаете, у нас политика, государственная политика, подавление изобретательского отрасли. То есть авторы и изобретатели готовы делиться своими изобретениями, то есть передавать эти изобретения, ну, чтобы они не лежали на полках, чтобы они были внедрены, вот, и до 90% как бы исключительных прав передавать. Понял. То есть еще раз, можно я тогда резюмирую, да? То есть я понимаю, у нас сейчас два вопроса стоит перед нами, да, с точки зрения вот того, о чем сказали. Первый вопрос – это пошлина, да? Это уплата большая? Патентной пошлины и ходатайство. Сумма какая? Ну, если за два патента, это в районе 12 тысяч. 12 тысяч рублей и, соответственно, значит, принципиальное решение, да, вот о чем, которое вы озвучили изначально, по поводу, нет, по поводу того, что у нас там разные люди, имеем ли мы право принимать решения за остальных, да? Ну, понятно. Это не я буду решать. Нет, ну понятно, я еще раз говорю, то есть вот у нас два вопроса на повестке. Да, правильно? Да, я правильно понимаю? У меня один вопрос. Да. Вот один вопрос из этих, ну как бы не то, что вопрос, я-то его знаю, ответ. То есть я вам говорю, что вы должны в своих действиях руководствоваться законодательством, а не приказом Минэкономразвития в адрес там, Федеральной службы ТНО, собственно, все. Ну, это регламент, это такой документ, который да, определяет процедуру непосредственно. Хоть он зарегистрирован в Минюсте, он определяет некую процедуру, да, поэтому... Внутреннюю, да, да. Совершенно верно. Как и любой другой регламент. Ну, все понятно. Я единственное, что я, естественно, никаких решений не принимаю. Я просто услышал. Вы делаете оценку да, ситуации. Да, да. То есть, ну, еще раз, да, то есть, если у нас запрос-то был, должен официально ответить по-любому, я просто не знаю, там, какой готовился ответ. Может быть, еще раз нам резюмировать, да, подумать. Давайте еще раз напишем. Было понятно, что, куда двигать нам. Хорошо. Да. Значит, в ответе было следующее. Первое, то, что мы установили, что действительно, значит, патент сейчас не поддерживается, но срок восстановления еще не пропущен. Второе. О том, что в соответствии с этим регламентом и консультацией, которую мы получили, нужно согласие всех. И то, что третье, то, что мы оповестили остальных заявителей и ждем их согласия. Вот вы, знаете, вы не оповестили всех заявителей. Я вам еще раз говорю, вот перед вами сидит председатель НКО фонда исследования природы времени. И вы знаете, что этот фонд лежит на полке. Вот. Куда вы послали оповещение? Скажите, а кто руководитель? Я руководитель вот и действую без доверенности от имени. Вот вы мне что-то сказали? Вы с этим и пришли. Я с этим пришел. И мы вам направили его. Вы ничего не направили. Для чего вы говорите? На чего? Мы вам направили короче, ответ. Понятно. Здесь такая штука. Да. Здесь такая штука. Процедуру согласия всех это сделать невозможно. Принципиально. То есть, ну, по причинам того, что у нас выбыли некоторые участники. И они неофициально выбыли. Выбыли. Есть люди, которые как бы закончили, там они в России находятся. Или... Но они недоступны. Все. Все Россия, адреса российские. То есть они не... есть участники, которые вообще недоступны. То есть они не будут откликаться на это, на это дело. Вот. Но они внедрению и развитию, собственно, не мешают. По законодательству. То есть, если. То есть, сколько государственный университет может самостоятельно ходатайство, направить ходатайство и восстановить это все дело, когда вопрос
станет о внедрении там, этих изобретений, то этих участников там через суд, то есть можно просто удалить. Ну, понятно. Удалить. Это как бы не проблема. Ну, я думаю, здесь принципиально надо принимать решение, нужно или нет, правильно, вот двигаться. Так, а нужно, вот, еще раз возвращаюсь. По вашему мнению нужно. Я так не по нашему мнению. Ну, вот по вашему, как вы же обратились в университет изначально, не по нашему мнению. Угу. Я как общественный деятель действую опосредованно. Угу. Есть указы президента и правительства Российской Федерации, есть факт вводного этого спроса, да. Ну, то есть я еще раз, вы считаете, что нужно, как общественник, как человек, как один из авторов, вы считаете, что надо, правильно я понимаю? Конечно. Все, я просто я пытаюсь понять, что у нас загвоздка, скажем так. Так не только что я, а даже все участники считают так. Ну, видимо, мы не можем получить, да, как бы, мнение. Нет, пока что мы не получили ответа. От кого-то ответить, никто не ответил. Никто. Ну, потому что участники, многие участники деморализованы, так как наблюдают имитацию инноваций, вот, в частности, Тверским государственным университетом, потому что сбор этих участников, собственно, должен был еще произойти там, при исполнении обязанностей Колесниковой. Ольги Юрьевны. Угу. То есть вы раньше обращались? Конечно, мы же были... Надо было собираться в 2017 году, когда потерь был актуален. Мы были в прямом контакте с Колесниковым, вот, очень много общались, много записывали материалов совместных, даже на видео. Я вот здесь как бы не включаю камеру для того, чтобы не смущать просто людей, они как бы не привыкли к этому, вот они очень так реагируют. А мы с Ольгой Юрьевной очень много записывали, вот, и... собственно, как бы она объяснит эту тему, что как, ей не дают развиваться. Там, у нее есть там, как бы порог, там, потолок, там, там ректор, там что-то еще. Ну и так далее. Понятно. Хорошо. Ладно, все, я думаю, мне все понятно. Все хорошо. Ну, я думаю, мы тогда еще раз, да, просто раз меня подключают, мы просто еще раз смотрим на ситуацию, даем однозначный ответ. Ну, нам надо докладываем руководителю. Перечем, когда платить, как мы еще раз втроем торговать. Не, ну мы безусловно, я еще раз говорю, для меня это вопрос новый, поэтому, безусловно, я все это еще раз посмотрю. Вот. И все. Наверное, ответим Алексею Сергеевичу в установленном порядке. Хорошо, спасибо. А в установленном порядке это когда? А я вот и поэтому говорю, что если вы обращались, может быть, вам еще раз просто сделать. Да, давайте я так сделаю, да. Да, то есть пишите еще раз, как бы, своим свежим взглядом вот, вопросы, да. Угу. Вот прям четко поставьте вопросы, на которые вы бы хотели получить ответ от университета. Ну, вы знаете, в контексте всех этих, ну, совокупности этих обращений, эти уже вопросы стояли. То есть я как бы сейчас. Если пишу, то пишу как бы разъяснительную такую тему. Ну да, ну все равно вопрос-то обозначен, чтобы было понятно, на что отвечать конкретно. Потому ну, что я просто... говорю, да. Я пишу о том, что Александр Гаврилович как бы не... Это... Я не являюсь профессионалом. Ну, он, вы уж прости прощения. Мало того, что, может быть, он не в этом вопросе не профессионал, но и должность недавно это занимает, и вообще как бы в этом вопросе, да... Для него это тоже новое. Но он должен быть компетентным. Нет, мы все компетентны в своих вопросах, но у вас тема такая. Информации нет никакой, да, вообще. Да. Никакой. Поэтому, конечно, надо... Я же говорю. Ну, предоставьте нам вот этот договор. Когда мы с вами познакомились. Договор. Послушайте. Мартин. Когда вот мы с вами познакомились. Мартин. Вот мы... Когда мы с вами познакомились. Я вам что сказал? Давайте мы подружимся. Вот. Давайте мы сядем, попьем чай. Нарисуем всякие схемы. Придумаем что-нибудь хорошее и полезное для университета. Было это? Было зафиксировано. Ну что? Вот. У меня другие задачи стоят. Вот. У меня есть должностная инструкция. Все. Есть задание на год, которое я должен выполнить. А это дополнительно. Дополнительно. Не хочет. Ну, все понятно. Хорошо. Алексей, мы тогда задерживать друга не будем. Мы тогда сейчас, если можно, останемся. Да, пару слов перекинем, чтобы понять нам план работы выработать дальше. Хорошо. Ладно? И все тогда. Все, было приятно познакомиться. Всего доброго. До свидания. До свидания.